Время 3 часа 50 минут. Роман приехал. Часть вещей будут выгружать ему через балкон, а часть сам вынесу. А что это он назад едет? Только для транспортеров. Так уж не транспортер. А, да. Нам, нам туда, да? Нам вот за деньги мы туда. Все ясно. Вот мы даже не знаем, как правильно пользоваться платными дорогами. Не до конца опускай. Короче, нас не заправили. Да, короче, нас не заправили. Приехали на заправку Лукойл, первая заправка, которая в России. И чувствуем, что нас здесь типа обманули, потому что мы заправили 40 литров, но нам ничего не заправилось. Нам говорят, у вас все есть. Типа, проедьте маленький круг по заправке, может, датчик барахлит. Вообще, это просто BMW. Все заправилось. Он говорит, ничего не лилось. Говорит, даже топлива не слышно было. Все, полный бак заправили. А мы реально, он включает датчик, он не пока. Здесь опасное движение немножко происходит, на улице ветер, поэтому будем подогревать воду прямо в машине на горелке, а воду подогреваем для того, чтобы заварить роллтоны, которые мы взяли с собой. Мы есть колбаску и роллтоны. Первые 1000 километров уже проехали, проехали ее вообще налегке. Я полдороги спал, потом немножко поехал. И вот Рома тоже у нас спал, пока я ехал. Вот такой вот у нас вечерний прием пищи, остановились, нам еще 800 километров ехать до границы с Грузией. Вот здесь у нас такая картошечка будет и тушеночка. Все, сейчас это будем кушать. Картошечка разведенная, как обычно, роллтик типа с водой, и тушенка сновская. Как собаки. Спустя 2000 километров, ровно сутки езды, остановился на заправке почистить зубы. Бывает и такое. Все, мы на границе. У нас пробка пишет на 2 часа. Припарковались, стоим в очереди. Короче, я еще бы, если бы сказал мне в прошлом году, что я поеду на машине в Грузию, я в жизни бы не поверил. Посмотрите, как она льется. Речка Терек, либо Терек, как правильно, не знаю. Совсем недавно, еще даже неделю назад не прошло, как размыло было дорогу там дальше. А тут мы сейчас будем по ней ехать. В принципе, вся дорога у нас заняла 30 часов, и дорога задалась легко. Мы особо не устали, спали по очереди, ехали по очереди. Я думаю, мы будем ехать дольше. Кстати, и сейчас посмотрим, через сколько мы пройдем границу. И сразу после пересечения границы, там очень много красивых мест, которые мы сразу будем посещать. Мы поедем в Тбилиси, но до Тбилиси, я думаю, будем ехать очень долго, потому что есть что посмотреть сразу после границы. Да, снимаю 4К. Ты узнал, что на границе, сколько там люди стоят? Где-то человек 30 ему еще впереди, и он сказал, что стоит уже 4 часа. То есть нам часов 5 примерно стоят, ну, да, только да, проход... Только до КПП российской границы, потом нейтралка, а потом еще грузинская. Пойдет, что так. В общем, тут у нас ситуация петух. Мы где-то стояли там далеко. Ладно, да, мы хотя бы продвинулись, но так, мы в 10 утра сюда приехали. Сейчас уже 3 часа дня. И нам еще пару часов как минимум стоять просто до границы. Какие-то иногда бедрилы бывают, проезжают, втискиваются, кто-то их пропускает. Но в целом это долго. Ну вот какие бывают, как бы сказать, наверное, пидорасы. Щемится просто, мы ему не даем проехать, сама щемится, смотрите, и поехал вперед, блядь. Ну пидорас же, типа. Он вообще едет, типа, третьим рядом. С детьми. Это очень нейтральная территория. Офигеть, как будто бы, я не знаю, Властелин колец смотрю, но живьем своими глазами. Очень красиво. Облака, кажется, так низко, горы. Блин, очень красиво.
кстати, вот этот вот участок, вот где, по которому мы сейчас едем, вот его было размыло. Сделали новый вот этот. Здесь не асфальт, а тут не асфальт. Короче, здесь было размыло. Мы пересекли, в общем, русскую границу, нейтральную территорию, и вот здесь вот уже граница, короче, Грузии. Охренеть, как это выглядит. Это очень красиво. Это самая красивая граница вообще, которую я видел. Я видел немного, но это как-то величественно. Горы такие огромные, там темно. Так, посмотрите. Вау. Вау. А это уже вид с другой стороны границы. Все, мы уже наконец-то прошли. 11 часов у нас занял путь прохождения границы. Было тяжко, потому что очень много мудаков просто лезли без очереди. Сейчас мы ждем Ромы, пока он пройдет границу на машине. И поедем уже дальше куда-то искать ночевку. Пересекли мы границу, едем по тоннелю уже с грузинской стороны. И тоннель у нас получается шире, тоннель выше, есть освещение. И еще есть хотя бы такие вот, ну, места, где можно пройти спокойненько. А это был наш первый номер, где мы переночевали, 70 лари заплатили. Это, ну, плюс-минус 70 рублей на троих. Вот такой вот был номер. Вот такой вот здесь там душ, ванна, туалет. И выход у нас такой вот дворик. Это сразу же в первом же городском поселке пересечении границы. В общем, тут вышли, я сразу даже не посмотрел вот на вид, что там горы видны, потому что помогали ребятам-мотоциклистам выгнать свой мотоцикл. Он был там от гаражей, нужно было так вот аккуратненько его вывести, чтобы какие машины не поцарапать. А так вот, посмотрите. Вот, вот. Что это я вижу вот сейчас вот первым делом. Ну вот, я не зря с собой взял рацию, одну рацию взял с собой, оставил там двум Ромам. Иду вверх, просто проверить дорогу, проедем мы либо нет. Вон там ребята тоже проехали на своей машине. Их также останавливали, говорят, вы там не проедете, поехали только с нами. Но по итогу не поехали, у них хотя бы клиренс повыше. Ну, посмотрим. И вот по такой дороге нас пускают в объезд, потому что хорошую дорогу асфальтируют, они полностью перекрывают. Обстановку, прием. В общем, мы решили поехать на храм вот этот, который дальше вы увидите, по нормальной дороге. Едем, едем, останавливают местные грузины и говорят, все, дальше вы не проедете, дорогу полностью размыло, пересаживайтесь на наши машины за наши деньги, и мы вас подвезем по дороге, которая, как видите, каменная такая вся разбитая. Мы не верим им, думаем, что нас хотят развести, и едем на своей машине. По факту, да, мы половину пути только проезжаем, оставляем свою машину, дальше проехать не можем. И нас грузины, которые как туристы тоже туда приехали, забирают и подвозят на самый верх. Потом мы, конечно, пешочком спускаемся, это на видео все увидите, но мы подумали, что это развод, а когда я уже приехал домой, я уже посмотрел в интернете, нашел даже видео, где, да, там та часть дороги размыта, местные грузины просто предприимчивые решили, почему бы на этом не заработать. Ну, в принципе, и правильно. Мы точно здесь заехали. Думаешь? Да, тут уже вывозили. А, ну сюда. А вот что за бред? Третья? Вот, получается, мы там вот так вот ехали, за горами там приехали, первый город, где мы ночевали, где мы завтракали, и поднялись сюда, на вершину, там есть церковь, обзорная площадка, все такое зеленое, это зеленые горы, если которые я видел другие, это была Турция, то в Турции они такие более каменные, ну, потому что там больше, наверное, жары, а здесь все в зелени просто, очень красиво. Поднялись мы, получается, такую церковь, храм, извините, не знаю, как правильно называется. И заходили сюда, а здесь церковный служитель в колокола бил с помощью этого устройства. И отсюда открывается такая панорамная площадка, такой вот вид. Вот как выглядит сама эта церковь.
церковь, и здесь ходят грузины. Каждого углу, получается, целуют в угол. Видимо, у них такая традиция несколько раз обойти и поцеловать углы. Почему это, я не знаю. Но такие традиции. Вот там походили в церкви. И сейчас спустились немножко здесь пониже. Здесь такой крест есть. И вот там еще небольшая смотровая площадка. Можно тоже походить, посмотреть. Рома, о чем задумался? Красота. Так мы спускаемся вниз, потому что наверх нас ребята подвезли, но мы не успели, они уже уехали. Посмотрим, короче. Я говорю, что мы будем спускаться хотя бы 45 минут. Он говорит, что мы будем спускаться до машины 10. Все, забились, короче. Потом покажу, кто был неправ. Ну ладно, потом я скинул до 45, но 10 минут точно надо спускаться. Я накину еще 10. 20 минут. А у меня 45, все, окей. Погнали. Мы практически дошли до машины, и по факту у нас прошло 27 минут. Я говорил 45, Рома говорил 20. Но оказался чуть ближе. Но это уже никто не узнает. Потому что историю пишет тот, кто снимает видео. Так что все, Рома, никто не узнает, что ты оказался прав. Приехали на противоположную сторону, а церковь, в которой мы были, она вон там вдалеке. Здесь такие две часовни. Видимо, там в домике кто-то, возможно, проживает. И здесь тоже, думаю, какой-то домик. Монах, как-то батюшка, не знаю, как его называют, наверное, живет. Мы ехали по дороге, вон стоит там наш автомобиль, и увидели просто, вроде бы, снег в горах. А, обратите внимание, я не знаю, что это, сейчас пойдем поближе. Мы спорили, и здесь как будто такая маленькая пещерка. Так, что это? Что это, снег? Реально снег? Офигеть, я боюсь туда идти, конечно. Офигеть, там что-то светится. А ты куда? А-а-а, и там водопад дальше виден, кстати. Если вы поехали на самолете и не берете машину на прокат, вы очень много таких мест не увидите. Если вы поехали автобусным туром, вам не будет останавливать, где попало. А мы едем на машине, где захотели, там и остановились. Сейчас поднимаемся, вот этот снег, как я показывал. Вот идем дальше, сбираемся. Главное идти еще не по центру, потому что можно обвалиться, я думаю, боюсь. Там водопад, туда падает вода, проходит под низом. И снег еще не растаял. Так, мы едем по старой грузинской дороге. Вот это минеральный источник Нарзан. Здесь люди все фотографируются, водичка течет. Я не знаю, какая она там, на самом деле, минеральная, не... Минеральная, не минеральная. Ну вот, ребята, пошли фоткаться, как это выглядит. Сами судите. Так, оказывается, здесь еще можно набрать водички из минерального источника. Что я сейчас делаю? Беру 1.5 литра. И просто совершенно бесплатно иду, как с родника. Наберу водички. Но ребята говорят, как минералка по вкусу. Я сейчас спросил, который там пьет. Так, вот там все фоткаются. Нам ехать туда дальше до Тбилиси. И вот здесь такой минеральный источник. Сейчас буду набирать. Я так понимаю, она с железом. Посмотрите, какой красный цвет. Здесь просто песка, воды. Опа. Лейся, лейся, лейся. Я целую бутылочку наберу. Дорогу. Я надеюсь, родниковая должна быть чистая. Так, сейчас будет первый тест. Я уже, короче, сделал не первый глоток. После вкуса, ну и раньше чувствую, как минералочка, но как будто бы слишком много железа. Как будто даже немножко грязноватая, кажется. И после нее я, наоборот, еще больше хочу пить. Надеюсь, ничего со мной не станет, но очень странный вкус. Наверное, чересчур много в ней железа. Да. Минеральная вода, да? Вот. То есть они не знают, что это за вода, где ее взял. И на что... Ну это как... Оно как... Вкусно? Нет, давай ты. Давай ты. Реально вкусно. Давай, твое мнение. Да не, вот там источник прям течет, короче, как родник я набрал, типа, ну, сам попил. Но я выпил так многовато, и у меня после вкуса такое железо чувствуется, как бы, я не знаю. Да, железо есть, как будто, да. Как будто много. Железная вода из крана. Как будто бы, да, много его железа, и после нее пить хочется, типа, наоборот, еще больше. Ну, короче, я набрал нормально. Вот едем чуть ли не по такому вот обрыву. Вот так вот. И это, в принципе, вся такая практически дорога, я понимаю, будет до самого Тбилиси, скорее всего. Очень красиво.
По Google картам я увидел, что здесь есть где-то параглайдинг, можно покататься на парапланах. Я сюда приехал на точку, здесь, ну, не знаю, никого не вижу. Может быть, не сезон, либо нужно как-то заранее звонить, бронировать. Точка по параглайдингу есть, а покататься, наверное, негде, не с кем. Мы все еще не доехали до Тбилиси, и следующая наша точка, панорама такая. Здесь что-то изображено. И ты выходишь, вот, и вот это вот все ты лицезреешь. Только мне страшно, потому что я очень сильно боюсь высоты, реально мне страшно сюда подходить. Вот, вот вам, не может, нет? Мне страшно. И вот видите, какой там обрыв? Фу. И Рома кричит, что он не там подошел. Нужно типа идти сюда. Ну потому что мне страшно, просто я высоты боюсь. Тут еще, кстати, был паркинг, то такое чувство, что хаотичный паркинг, потому что многие выезжали, мы увидели без оплаты, и люди принимают оплату как на въезде, так и на выезде. И мы выехали и сказали, что мы заплатили в одном месте, на самом деле вообще нигде не платили. Да, можно сказать, что мы как? Я думаю, что это просто стихийный паркинг, местные жители сами поставили таблички, типа, и берут деньги, и все. У Ромы начинается мандраж, я немножко уговорил. Так, где-то, я только что свою флешку чуть не потерял. Вот, моя флешка. У нас $200 есть, а ладно. Так, в общем, $100 стоит полет, и мы сейчас полетим. Вот, видите, получается, на параглайдингах мы сейчас везде полетим, покатаемся. Я уже в Турции катался, мне там понравилось, только, правда, у меня тошнило, потому что мы там экстрим выписывали. Посмотрим, как будет здесь. Короче, я не знаю, это прям... долгой пробке, потому что я сейчас поближе покажу. Здесь, видимо, немножко размыло дорогу. Да-да-да, даже немножко видно. Перегородили одну полосу, и человек ходит, регулирует, чтобы сначала ехал один поток, а потом будет ехать другой. У нас собралась уже большая пробка, и сейчас я покажу, насколько размыли этот асфальт. Вот так вот часть асфальта просто провалилась, его размыло. Поэтому перегородили движение. Все, мы преодолели пробку, короче, едем. Я такой, кричу, пацаны, стопы! Потому что мы увидели какое-то, как будто бы, кладбище заброшенных машин, таких стареньких. Вот здесь вот начинается КамАЗик какой-то старый, но это фигня. Что-то фишига, я не шарю. Вот. Это какая-то Волга, да? Это Волга старая, еще, кстати, на номерах. Вот это что-то интересное прямо стоит. Я даже не скажу, что это музей, это просто что-то, кто-то, может, коллекционировал когда-то. Так, еще одна Волга. Так, нифига себе, смотрите, здесь Nissan. Что, как это правильно называется он? Колпакет, ладно. 200SX, наверное. В общем, прикольный Nissanчик. Потом гусеничная техника пошла. Что у нас в кабине? По кабине особо ничего, все заросшее. Я думал, стоит уже давно. А это что за тачка? Я уже испугу думал, это Z здесь будет нарисовано. И внутрь как заходить? Здесь дорог, ограждения никакого нет. Я думаю, мы пройдемся, посмотрим. Еще какие-то экземпляры. Конечно, вы извините, я не знаю, не шарю по этим машинам, но они и на номерах. Их никто даже с учета не снимал, посмотрите. Вот так вот. О, а это что, знаете?
А такая была так у меня и Майкла Джексона, что ли? Кабриолет, посмотри, что ты, я не знаю, что ты. Он такой огромный. Кто шарит? Так, а здесь у нас что за значок? Я не знаю, что за он. И спереди мне сначала тоже кого-то показал, что это Мерседес. Вот такая вот эта машинка. Это, наверное, 61, как-то Волк такая называется? Волк, да? Вроде бы. Газ Победы. Газ Победы, вот. А, так, апельки, это уже более современное что-то. Ситроен. Это уже не такое веселое. Но самый интересный экземпляр. Она очень широкая, кстати. Она реально больше 2 метров на ширину. Газ Победа. И еще пару машин по дороге от границы, в общем, скажем, верхний Ларс в сторону Тбилиси. Тут по дороге в Тбилиси, отсчет границы. Мне кажется, ее несколько дней можно проезжать, потому что проехал 50 метров, интересное место, проехал 50 метров, интересное место. Крепость Анури. Здесь небольшой такой городской поселок. И вот такой вот вид открывается на эту крепость. Ну, красиво же, да? Но вот, ну, попробую сказать, что нет. Немножко забрался наверх, поднимался я оттуда, видите, там такой аккуратный подъемчик. Но мне было страшновато там идти, парадокс, на параплане летал, а тут подниматься страшновато, потому что я высоты боюсь. Ну и, в принципе, вдоль самой крепости можно так походить. В общем, я наверх туда поднимался, там ничего интересного. На самом верху там просто то же самое, что и здесь, такие вот места. Ну и вот, я, в принципе, там прошелся, все посмотрел. Вид открывается очень красивый, посмотрите, как разливается река, какие горы, пароход какой-то там плывет. Спустились тут с этой крепости к пляжу. И как это выглядит? Все чистенько, все красиво, бегают собачки, куча беседок, все аккуратненько, ничего не вытоптано. Здесь галька, люди загорают, отдыхают, есть детская площадка, там маленькая кафешка. Класс! Эх, народ даже предлагает где-нибудь здесь в палатке заночевать, но нам нужно в Тбилиси, потому что нам нужно подключать симки, подключать связь. Нам нужно... Так, в общем, это наш второй номер, мы уже приехали в Тбилиси. Сейчас показываю, что у нас здесь есть. Водонагреватель, холодильник, стиралка, есть даже для нее порошок. Рома открывает вино, мы уже пьем вино, здесь он будет спать, там придется мне спать с Ромой, он не хочет спать на полу. Здесь у нас дальше есть туалет, душ. Кондиционер, вроде бы пульт от телевизора, но музыку что-то включим. И нас немножко хотели по нему, наверное, развести. Короче, мы пришли в этот номер. Нам говорят, вот за эту тахту нужно доплатить, хотя я как раз таки бронировал. Не, неправильно. Нет, за это она хотела, она говорит, доплатить. Либо я отказываюсь от брони, чтобы было дешевле. Типа, ну, я просто откажусь, да? Либо за это надо доплатить. А я по факту показываю, что у нас там одна большая двуспальная кровать и одна односпальная. Она мне показывает другой номер просто, где есть не такая диванчик маленький, а табуреточка двойная, где типа тоже они считают за спальное место. По итогу, короче, сказал, что нет, мы ничего доплачивать отнять бронь на букинге не будем. И по итогу мы здесь живем. Выходит нам это 180 лари, это примерно 175 рублей наших белорусских на двое суток. И это центр. Центр Батуми, где мы сейчас пойдем гулять, короче, чуть покушаем и пойдем. По времени у нас 22:30. Проблема была сюда с заселением. Вот парни кушают, я им не мешаю, они уже привыкшие. Мы сюда пришли, никаких вывесок полностью нету, никак не дозвониться, никто нас не встречает. Короче, мы проебали еще час, а еще здесь дороги перерыли, короче, чтобы сюда подъехать, еще много времени просрали. Такие, короче, дела. Всем по черешне. Мы в Грузии. Кстати, заметил очень интересные заправки. Вот здесь проходит просто центральная улица какая-то, наверное, проспект. И вот стоит заправочка небольшая, я думаю, какая-то частная. Вот такой пистолет, просто подъезжаешь, себе всовывают, там бухгалтерия прямо даже на книжечке, на бумажечке. И можно заправиться, я такого нигде не видел. В Турции только похожее что-то, и все. Пока ребята пробуют чачу, я у них взял на язык, буквально попробовал, даже проглотить не смог. Фу, противная штука, я лучше посмотрю, как здесь люди катаются в скейт-парке, вы только зацените. Там сверху какой-то собор, но его сейчас не видно. Как он подсвечивается? И это бетонный, не то, как у нас, допустим, построили в Солигорске, который через пару лет выйдет из своей эксплуатации, скажем так. Здесь прям пушка. Он вечный, я думаю. Пришли покататься на фуникулёре, стоит этот дисплей лари, примерно 2 рубля на наш, оплачивать можно картой прямо на турникете. И кабинки сами выглядят такие же, как были в Турции, когда вот мы катались прям в точь-в-точь.
А еще смотрели, вот этот шарик, получается, он стоит 50 лари. Полет такой, просто вверх поднимаешься, получается панорама над городом. Но мы решили, что 50 лари для этого как-то, наверное, немножко не стоит.